Эй, йоу, здравствуйте, я Максимадзе, и сегодня у нас новая игрушка «Как достать соседа». Напоминаю о том, что на моем канале сейчас идет конкурс, на котором любой зритель моего канала может выиграть 500 рублей. В конце видео вам будет задан всего один вопрос, а ответ на него будете знать, если будете внимательно смотреть это видео. Так что не пропустите. Итак, сегодня мы отправляемся в Мексику. Я еще сильнее ухудшил графон, чтобы а то реально подлагивает. Следующая остановка — Мексика. Итак, Батлекс, джунгли, ладно. Соседи у нас достопримечательность осматривают, тело ацтеков. Красивая Мексика, реально. Я вот не совсем помню, как этот уровень проходить, к сожалению. Пакостей на этом уровне... Ой, нет, на ту кнопку нажал. Пакостей на этом уровне много. Бежим! Музыка хорошая. Так, кукурузочка. Бери скорее. О, уже подлагивает. Кошмар. Блин, сосед сюда. Беги скорее. Фу, это очень сложно так от него, конечно. Тут мамаша туда-сюда ходит и сосед. Короче, ладно, давайте обойдем его. Надо к трону ацтеков попасть. Так, вот я боюсь, что я не успею выдрать эту плиту. Лучше спрячусь. Я боюсь, что сосед просто... Ой, это мамаша сюда придет, и я... Короче, конец не придет. Да хотя я бы успел бы, наверное. Ну а, ладно уж. Ушли. Да, конечно, вообще ужасно лагает. Когда облачек вот этих нет, не лагает. Что-то совсем недолго лежит тут. За такой короткий промежуток времени не уснуть невозможно. Тут у нас бык с кольцом в носу. Что-то мамаша долго тут стоит. Я бы давно бы эту плиту бы выдрал уже. Версия надолго не стояла там. Тут за этим быком еще два быка, но они не двигаются. Там просто статичная эта картинка. Не анимированная. Ладно, мамаша здесь, я надеюсь, она уйдет отсюда быстро. Надо эту плиту выдрать.
Здесь есть валик один, еще на полу валик один, вот на этом этаже. В второй части на ПК он был всего один, тот, который на стене. Так, выдираем ломом всю эту хрень. Тихо. Кстати, слыхал я, что компания Social Media Live Production, та, которая модификации две сделала по как-то соседу... А, блин. Еще и эта мини-игра, блин. Я про нее забыл. Так, попугай, может, тут есть? Нет. А, вот фиг-то там, бармен. Сейчас, бармен часто попадается. Есть. Господи, напугал сосед. Так, пока он там дрыхнет на скамейке, я должен успеть вставить один сюда, еще один, затем наточить вот эту вот фигню. Ай, блин, надо начинать-то не отсюда. Ну ладно, пофигу. Не пройдем мы на перфект, ни на гуд, ни на перфект мы это не пройдем. Потому что надо было, потому что начинать надо вот отсюда. А еще лучше вот отсюда. С вот этого вот, с быка вот этого начинать надо было. Потому что деньги-то не выпадут. А хотя, если накормить попугая кукурузой, то может быть и счетчик не собьется. Давай, посиди на троне. Ацтеков. Бумс! Короче, неважно. Так, открываем ломом вот эту вот и шнягу. Так, вот это дело смолой. Так, еще одну. Да, он плюхнулся и все, ничего особенного. Нет, на перфект я не пройду это 100%. А хотя можно попробовать. Вот только я не сомневаюсь. Только не факт, конечно, что получится, но попробуем. Попробуем один способ применить. Так, ждем. Придется вот так вот мячик держать на этой доске. И бум-бум-бум. Вот это было прикольно. Давай, сосед, уходи уже быстрее. Да фиг, конечно, успею я. И... будешь знать, как курить.
Короче, пока он мучается, мы будем вот эти пакости еще раз делать. Чтобы счетчик злости не сбился. Так, вот это подпилим. И все, можно спрятаться. Быки терпеть не могут красный цвет, сосед, не забывая об этом. Да. Отлично, у нас счетчик злости, возможно, не собьется. Да не злись ты так, сосед. Тебе скоро реально придется злиться. Все вроде бы перестало, кстати, лагать. Ай, кстати, ролики выходить будут, я думаю, редко теперь, потому что с уроками с этими 9 класс, уроки сложные. Каждый день уроки делать надо. А знаете, как это скучно мне? Счетчик злости хотя бы не собьется. Да, тут, конечно, постройки в виде рта, проход сделали, бля. И бумс. Это вроде бы расщелина смерти, а сосед бессмертный какой-то. У него жопа титановая, бля. И прыгни прям в лодку сейчас. И... Есть! Есть! На перфект! На перфект! Прошли мы. Лодка новая, наверное, сама привязалась. Современные технологии, блин. Будущее. Так, не будем это слушать. Пикник-бот. Короче, сосед снова... Сколько у нас заигрывает, все такое. Этот эпизод примечателен тем, что в этом эпизоде мамаши нету. Мамаша тут нам мешать не будет. Но, правда, тут пес есть. И этот эпизод посложнее, чем ПК-версии. Или от пираньи. Лопата нам пригодится, чтобы улей подобрать. Так, я помню, тут игра на обыске. Она меня, конечно, очень бесит, но ничего не поделать. Сосед у нас тут будет. Так, это усилитель роста. Выброшенный. Сосед. Тут в автомате угощение покупает. И вот сюда надо перца добавить, чтобы
Ольге не понравилось, как сосед, чем сосед ее накормил. Так, наверное, надо отсюда начинать. Так, мы должны взять отсюда перец. Блин, а вот вставление челюсти-то тут нами и не игра. Пока версии такого не было. Так, во-первых, усилители роста сюда добавляем. В ПК-версии там надо было куриную ножку использовать, а не усилители роста какой-то непонятный. Держи, держи. Давай поскорее. Времени у нас мало. На тебе, сосед. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Сделай хотя бы пакость. Фу, господи. Успел-то как. Так, перец сюда. А сюда термитов. Вот так вот. Больно, сосед. До крови. Так, термитов сюда. А тут еще ПК-версии, там еще были. Надо было воду текилу налить и чипсы начо сырные добавить. Так, у нас мало времени, надо улей вставить в пиньяту. Поторопись, Вуди, пожалуйста. На, сосед. Быстрее, Вуди. Молодец. Скорее руку сюда. Фу, господи. Ой, сложный уровень. Но прошли мы его, в принципе, без проблем. Ну, точнее, пройдем, когда сосед попадется на все эти ловушки. И бумс. Пчелы его искусали. Вот только... раны быстро у него зажили каким-то образом. И последний уровень в этой игре самый сложный. Там надо строго по порядку все делать. К сожалению, есть такой шанс, что игра может зависнуть. Ну, надеюсь, такого не случится. Ну давай, иди, сосед, у тебя там еще цемент в ванной. Все, все застрял, все застыл. Застрял.
Отлично. И остался у нас последний уровень, который вот очень сложный вообще, вот реально сложный. Он-то тут посложнее, чем в ПК-версии. И на Perfect я его, думаю, точно не пройду. А хотя фиг его знает. Тут, конечно, 6 пакостей. Короче, отпуск подходит к концу, сосед отправляется домой. Это финальный эпизод игры. И сейчас мы его пройдем. Неважно как. Хоть на Perfect, хоть не на Perfect, пофиг. Он то есть тут. Но он тут, конечно, сложнее, чем пока версии. Так, тут висит замок, но нам никакого ключа искать не надо. Так, код от штурвала у нас здесь лежит, а не под ковром, которого, кстати, здесь нету. Так, короче, ковер вот сюда нам надо расстелить. Так, это короче, пистолет для аварийных фейерверков. Которые в данный момент не нужны. Но есть одно облегчение, то что мамаша здесь постоянно спит, а не некоторое время, как в ПК-версии. ПК-версия не знаю, сколько-то спит и сколько-то стоит на первой палубе, на нижней палубе. Это не очень привычно. Итак, короче. Сюда пульку. Так, рыбка. Не достану. Надо было, блин, быстрее. На Perfect не пройдем мы этот уровень. Никаким образом уже. А хотя, может и пройдем. Короче, берем эту рыбку. Все, мой сосед, получай поджопник от мамаши. Так, Ольге это о, как не понравится. Так, он сейчас стекло вышибет. Ну, сосед, ты молодец, конечно. Так, вот здесь надо очень быстро действовать. Сосед... Здесь пакость заключается в том, Ольге не понравится, сосед потом расстроится, что он не сумел завоевать любовь Ольги и будет долго тут плакать стоять. Поэтому у нас будет время на то, чтобы подпортить здесь, достать водоросли, а потом эти водоросли подложить на ведро. Поэтому мы
очень аккуратно должны вот это все сделать. Сосед там пока хнычет, у нас будет время. Получилось. А теперь скорее. Подкладываем водоросли. Все, наконец-то. Успели. У нас еще есть шанс пройти на перфект. Вот только не факт, что у меня все получится. О нет, что я наделал? Сосед сейчас искать меня побежит. Наверное. Скорее всего, да. Нет, только не это. Не повезло. Не очень я тщательно тут продумал кое-что. Ну ладно. На перфект не пройдем, ну и пофигу. Вот в этом месте игра зависнуть может. Надо быть аккуратным. Вот, сосед, тебе еще одна пакость сейчас тут будет. О, улетает туда. Блин, я боюсь, что я подойду к попугаю и... Действительно, игра зависнет. К сожалению, дорогие друзья, игра на этом месте виснет. Вообще, по любым причинам. Все время она так у меня виснет. Поэтому мне ничего не остается сделать, как просто видеопрохождение этого эпизода посмотреть. Эх, эту игру мы с вами не пройдем. Никак. Просто будем видео прохождение смотреть и все. Потому что ну и никак этот эпизод не пройти. И виснет эмулятор с проблемой с эмулятором. Ну короче, мы подобрали у этого попугая ключ. Потом открыли с помощью ключа дверь. Китайский мостик. Таблетки из сумки мамаши подкладывали в пунш. Включается, мы разблокируем этот штурвал. Так, сосед у нас... Почему висит-то, а? Так вот, сосед. Ну, как бы, все равно, мы тоже потеряли жизнь, конечно. Все, сломал штурвал, все, корабль. Кораблем не поуправляешь, все. И у нас тут ролик финальный сейчас будет. Давайте посмотрим. Там прыгнул, кстати, с айсберга прыгнул. Корабль на Титанике, похоже, корабль Титаника 4. Трубы, а здесь всего 3. Так, 3 спасательные шлюпки, это, наверное, Ольга с сыном. Капитан. Капитан, правда. Получился.
вот, собственно, и конец. Что ж такое? Ну что ж, вот, собственно, сказать, мы прошли игру. Ну, как прошли? Последний эпизод мы так толком и не прошли, потому что игра зависла тупо, блин. И ничего с этим не поделать. Ладно, будем считать эту игру пройденной. Аутро, конечно же, у нас не разблокировалось. Давайте титры посмотрим. Что хочу сказать по игре. Игра хорошая. Она гораздо лучше, чем ПК-версия. Ну, конечно, минус то, что русского языка нет. Зачем русский-то? Русский не нужен. Ну так, игрушка прикольная. Вот они, анимация, он как сосед тут дрыхнет. Например. Пакости сложнее, сама игра вообще сложнее, но интереснее. Много усовершенствований есть. Есть, конечно, свои недостатки. Это было неизбежно, наверное. Что ж, теперь, поскольку мы прошли вот эту консольную версию, я думаю, мы перепройдем эту версию и на ПК. ПК-версию. Также посмотрим модификации разные. Вуди возвращается, хат... Ай! Ногтем чуть-чуть. Ногтем. Это... Хардкор посмотрим. Наверное, 31 октября мы посмотрим на хардкор. Потому что это Хэллоуин модификация. Так вот, такое вот, вы, наверное, уже ждете, не дождетесь, вопрос, который связан с конкурсом. И вопрос у нас такой: в каком из трех этих эпизодов нам пришлось порыться в мусорном ящике? Подсказка. На этом этот мусорный ящик имел значок «Не курить». И вариант ответа: Red Bull, Picnic Bot или Final. Пишите правильный вариант ответа в комментариях. Мы обязательно их проверим. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на постной канал Бумазы. Вступайте в группу ВКонтакте. Я не настаиваю. Всем пока. С вами был Максим Мазы.